Ага, всем привет, дорогие зрители, мистер Мачо снова на канале. Сегодня потеплело, солнышко вышло, дождика нету вроде. Так, дорогие зрители, нашел виллу 2 плюс 1 с частным бассейном, с частным гаражом по очень-очень-очень хорошей цене. Цена виллы 84 тысячи евро, недалеко от моря, 2,5 километра максимум, даже 2 километра 200 метров. Район Каркыджат, дорогие зрители, начинаю с темпа. Кстати, с вами канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Дорогие зрители, вот такая виллочка с открытым бассейном. Здесь у нас лесенки. Ой, чуть не упал, видишь? Так, здесь лесенки. С той стороны тоже лесенки. Там дорога, вниз спускаемся, налево и прямо к морю. Отсюда вид на горы. Вот такая двухуровневая вилла. 2 плюс 1, 125 квадратных метров. Жилая площадь здесь 100-105 квадратных метров. Входим в частную виллу. Сюда можете посадить цветочки. Красиво все будет. Здесь вот такой проход. Участок земли где-то здесь 160 квадратных метров. Сюда посадите огурцы, магурцы, патумджаны, баклажаны, арбуз. Ну, здесь солнышко не очень в этой стороне. Так. Ну, что хотите, то посадите. Что я вам говорю? Так. Идемте дальше. Вилла после ремонта. Так, здесь под лестничной системой у нас кладовка. Входим в виллу. Тут у нас, скажем, спальня, вот, где-то здесь 14-13,5 квадратных метров, только спальня. С левой стороны у нас санузел, ремонт продолжается, сдадут как надо, если купите, покупайте, покупайте. Здесь у нас гостиная, здесь кладовка, что-то закрыто, там нужные вещи, наверное, поставили. Вот, прямо в гостиную встали, вышли, четко, к бассейну искупались. Отсюда также видно море с высоты, сейчас поднимусь, я покажу вид с верхнего этажа. Здесь у нас второй санузел первого этажа. Также есть форточка, требуется мини-ремонт, но то, что нужно, все доделают. Так, теперь поднимашка по лесенкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать ступенек. Так, дорогие зрители, наверху у нас тоже гостиная. Не понял. Значит, нижние этажи, две спальни тогда нужно сделать. Да, да, да. Внизу две спальни, наверху гостиная, совмещенная с кухней. Три окошка. Красивый вид. Вид на море. Так. Ну, мебель все уже. Новый надо сделать, скажем. Я бы сюда очень хорошо потратился бы. И я реально эту виллу купил бы себе. По-другому ничего не скажу. Ну, продавать-то свою квартиру сейчас не хочется. Жаль. Так, терраса, дорогие зрители. Выходим на террасу. И вид. Вид. Вид, вот море.
Крепость Алани также видно там, о, на высоте. Облака красиво, по вечерам закаты. Так, дорогие зрители, уважаемые подписчики и неподписанные, дорогие, еще раз, дорогие зрители, если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте комментировать и жмите лайки. Вот вилла. Цену я уже сказал, айда здесь 150 лир, 180, наверное, будет. Так, показал с этой стороны тоже. Сейчас я вам покажу дорогу, чтобы было понятно. Спускаемся вниз по лесенкам. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Лично мне. Так. Спускаемся. Тут тоже виллы соседние. Там собачки гавкают. И вот здесь спускаемся вниз. Вот эта дорога спускается с этой стороны, есть с той стороны. И вот такие гаражи на одну машину. У каждой виллы есть собственный гараж. Это редкость. За такую цену вы точно ничего не найдете. Так что я покажу снова свою самую шляпу. Но обещаю найти новую в будущем. Сейчас уже дожди. Сейчас буду капюшон надевать. Дорогие зрители, с вами был мистер Мачо Агаси, солнечный Алания, район Карпаджа. Всем пока-пока!